Здорово, бандиты и бандитки, с вами Спикер, и продолжается выживание 100 дней при максимальной сложности бессмертия в игре Sons in the Fox. Друзья, Кевин подходит ко мне. Молодец, молодец. У нас 5 часов, 9 день. И, кстати, я практически укладываюсь в 10 дней. Мы сегодня идем в последний бункер вон туда, друзья. Да-да. А, мы еще, знаешь, можем обутать пещеру, но у нас нет времени. Мы побежим сейчас на пляж, мы там сделаем привал. Возможно, перекусим, у нас есть мясо. Погнали, пока не стемнело, погнали вперед. У меня буквально один час, чтобы, знаешь, выйти на берег. Что за звуки? Это, возможно, деревья. Бери вкусняшки, бери попкорн. Наше выживание продолжается. Мои друзья, смотри, подошли ко мне. Но мы пока дружим только с одним. Кстати, она что-то мне принесла. Это первый признак дружбы. Да? Ну, какие вкусняшки, смотри-ка. Кевин, привет! Давно тебя не видел, слушай, дней 5 или 3. Ты куда убежал? Вроде без оружия. Как твои дела? У меня есть для тебя потрясающий шмон. Нет, погоди. Да, следуй за мной. Но у меня есть для тебя шмон. А, кстати, нужно передать же ему. Сейчас, погоди, давай по-другому. По-другому, следуй за мной. А, друг мой, бери вкусняшки, бери попкорн. Наше выживание продолжается. Так. Взять предмет. Сейчас темнеет. И я могу тебе отдать шмон. Смотри-ка, из толстовки. Чего? Уп, можно пижамку тебе. Слышь, это забавно. Держи. Вот это, слушай, ну неплохо, кстати, смотрится-то. Все, он приоделся, Кевин приоделся, мы погнали в последний бункер. Нам нужно сейчас успеть дойти до темноты, до пляжа. Как это сделать быстренько? Конечно же, на санях. Садиться очень быстро. Солнце. На санях. И прям вот отсюда, слушай. Ну, можно попробовать. Можно попробовать. Давай, сани. Все, поплыли. Давай-давай, припрыжку. Не получилось. У нас много броника. Мы идем в последний бункер. Уже финиш. Нужно будет, конечно, сохраниться перед бункером, чтобы, понимаешь, неизвестно, что там нас ожидает. Но я хочу, знаешь, продолжение банкета. Припрыжком. Через камни. О, о нет. Ну, по воде как-то не очень идет. Вот по снегу, так и по земле он получше. По воде он слишком тяжко идет, понимаешь. Не водная стихия, ну-ка давайте на берег выйдем, на берег. Уже стемнело, мы с фонариком, мы в санях, мы где-то плаваем. Ууу, жуть какая. Но мы еще плывем, я вижу по GPS, мы еще плывем куда-то. Ну очень темно, очень страшно, кстати, на стримчиках я никогда не бегал, знаешь, помнишь. Да не на стримчиках, даже и в роликах я не бегал никогда ночью, слишком темно. Да где я уже, я уже добудусь. Мы еще скатываемся. Тут какие-то тропинки проходят. Вставай уже, все, хорош. Скакать уже. Где-то застрял. Спускаемся уже так. Спускаемся. Но я уже осмелел, понимаешь. Уже много броника, уже уверенность есть. Как мутантов гасить, как туземцев гасить. Сейчас мы выйдем на ту сторону. Давай-ка перейдем. Не на ту сторону, по идее, надо. GPS он в другую сторону берет. И прям по берегу. А, кстати, смотри-ка, и нормально видно все. Не знаю, мой друг, ты видишь, не видишь? Ну, я, в принципе, вижу. Но это потому, что снег идет, понимаешь? Идет снег. То есть снег, и все видно. Здесь, возможно, будет какой-то водопад. Я тут бегу. По ручейку. Так, давайте выйдем из ручейка. А я вижу, в принципе, по мини-карте. О, ребята вылазят. Мы ночью доберемся, знаешь, хотя бы до пляжа, возможно, сможем переночевать. Или можно вдоль пляжа просто идти. Ребята где-то сзади. Так, отдыхай, пока отдыхай. Пока есть возможность, отдыхай. Конечно, сражаться ночью будет много сложнее. Но я уже вышел. Понимаешь, такое место получилось, что не смог я переночевать. Хотя мог там на озере переночевать. Но нужен контент разный. Нужно и ночью попугаться. Нужно и днем. Я уже выхожу на берег. Я уже вижу на мини-карте берег. Надеюсь, он не острый.
Ну, на пляж, все, он вышел. И там, кстати, должны меня ждать туземцы. Ну-ка, уберем фонарик, потому что освещается... Погоди, что это такое? О, куда я пришел, ты смотри. Нормально, ночью. Ночью я заявился прям к ребятам. Но их нет дома, мне повезло просто. О, гробы, это гроб же, да? Нет, это пенек, это не гроб. Слишком темно, не вижу. О, есть стульчак, кстати, можно присесть. Царский стульчак. Так, погоди. Я, походу, останусь навсегда. Так, идем вдоль пляжа. Туземцев нету. Ну, хорошо, в принципе. Нету и нету. Ну, я, в принципе, их всех убил. Откуда им здесь быть? О! У-ху-ху! Так, сейчас отрубим тебе руки, ноги. О, он в бронике. Он в здоровом бронике. Что-то отлетело от него. Смотри, какой живучий там. О, уже на колени встал. Ты что, устал, присел? Не-не-не, гаси его. Жалеть не надо никого. Все. Неизвестно, сколько здесь будет еще. Так, идем вдоль пляжа. Знаешь, даже BGPS, все понятно. Келвин, ты где? Не отставай. Пока идем вдоль пляжа. Но когда мы убираем фонарик, в принципе, знаешь, зрение... Ну да, видно, снег какой-то, ну чертовски, я не знаю. Дикий волк, одинокий волк на пляже. Возможно, поднимется луна, и все будет видно. Сколько мы прошли лагеря, я даже не знаю. Первый, второй, там три лагеря. Ну-ка, по GPS. О, кто-то стоял. Кто-то здесь стоит? Или тотем? Келвин, о, кстати, да, да, я пришел в лагерь. Так, забирай. Ну да, в принципе, все видно, практически видно. Потому что снег, тотемы вижу. Там нужно идти до бункера, там переночевать рядышком. И уже утром зайти в бункер. А возможно, даже и днем. Ну да, за счет снега видимость есть какая-то. Ну, поднимается луна, уже видно. Смотри, все чудесно уже видно. Да, все прекрасно. Фонарик слепит. То есть, понимаешь, видно вблизи, но не видно вдаль. Смотри, поднялась луна, все потрясающе, все видно хорошо. Даже, знаешь, можно убрать, красота какая. Так, я голодный, кстати. У нас есть кошачий корм. Есть такое дело, сейчас мы это захрумкаем, потому что нужно пополнить силы. Нужно попить воды. Вот так, какая отвратительная гадость. Все, что ли? Ну, маловато, конечно. А, давай-ка. Лапшу и запьем все это водой. Да, в принципе, энергетик нам не нужен. Давай прям пойдем по пути, запьем водой. Где-то ребят там орали. У нас еще зима, у нас какой уже 9-й, 10-й день выживания. Так, еще чуток, нужно полностью максимально энергию забить. И еще глоток за ваше здоровье. И в принципе все, готово. Что у нас? Где мы находимся? А, мы практически подошли к бункеру. Можно, в принципе, пойти туда. Ночью. Как раз, знаешь, 10-й день. 12 часов ночи будет. Ну да, включается фонарик. Видно только сблизи, а вдали уже не видно. Все-таки проще выключать фонарик. Смотри-ка, зрение, видишь, как становится. Видно лучше. А где находится... Да можно прямо здесь, наверное, все-таки сделать. Мясо пожарить. Уже, знаешь, в крайнем случае пожарить мясо и пойти в бункер. И, конечно, сохраниться на всякий случай. Потому что, знаешь, я хочу продолжение все-таки банкета. Выживать 100 дней. Уже на стримчике после 10-го дня. Так, миску мы закинем. Ну, появись. У нас мясо было, вроде бы свежее мясо. Закидывай все мясо. Здесь руки, ноги. Это потом все дело выкинем. Ну, в принципе, все. А, пускай жарится. Мы делаем палатку. Сохраняемся. Как-то холодно. Как-то нам холодно. Так, ну по мясу. Да что ж такое-то? Ну, мясо готово, не готово. Так. Нам нужен костер. Нам нужно обогреться. Нет, вроде мясо готово.
Опять потушилось. Что это такое? Возможно, много снега. Возможно, снег тает. Так, все, делаем. Сохраняемся и идем в бункер, друзья. Сохранились и двигаться будем к бункеру. Так, по компасу, где у нас? Как раз рядышком есть дорога. Можно с помощью фонарика дойти до него. Ну, или с помощью зажигалки, в принципе. По мини-карте можно увидеть. Что в этом бункере будет ждать нас, неизвестно, друзья. Но, возможно, будет, конечно, концовка. Должна быть концовочка. Я, как бы, знаете, ролики не смотрел на ютубе. Мне, потому что интересно, свое впечатление. Палочек уже не хватает. Так, прям по дорожке мы должны упереться в бункер. Зажигалка хорошо, в принципе, освещается. Видно хорошо. Главное, чтобы туземцы не подошли. И где-то тут должен быть бункер. Там, помню, человек возле него. А вот как раз и наш человек. Так, забираем все припасы. Давай-ка все-таки, нам нужен фонарик. Сколько там батарейки? Ну, скоро будет садиться. И, друзья, крайний бункер. Потом будем выживать на стримчике. Будем выживать, смотреть постройки. Что можно построить. Так, здесь у нас дверь, здесь у нас ничего нету. Включился свет. Возможно, прошла какая-то загрузка. И мы спускаемся вниз. Двери, которые не открываются. Но, возможно, в будущем разработчики все-таки откроют. Смотри, там что-то у нас есть. Видишь, все-таки что-то там есть. Потом выйдет какое-то обновление, разработчики, возможно, что-то сделают. Какой-то новый лут. Кстати, батарейки садятся. Поменяем батарейки. Мы идем уже в крайний бункер. Кстати, патрики на дробовик, возможно, у меня закончились. Где смотреть патроны? Так, здесь у нас поворот. И, в принципе, тупик, да? Или есть какой-то проход? Нужно, понимаешь, все посмотреть, чтобы не упустить ничего. Мы уже забрали катану, забрали золотую броню. Здесь какие-то сумки, которые можно, конечно, обутать. Вот скотч нам пригодится. Изолента нам нужна будет. Опа, тончик. Как раз я ночью не спал. Нужно будет захрумкать. Так, много изоленты нам пригодится. 100 дней выживать. Это можно захрумкать. Здесь у нас батончик, в принципе, он нам не нужен. Нас подготавливают, уже понимаешь, к финальной битве, к сражению, к финалу. И уже есть еще сумки. Ох. Ну, давай батончик скушаем. Здесь у нас ничего нету. Знаешь, такие же помещения, только двери закрыты. Ну, какой зайчишка. Не просто так, знаешь, освещается. Подобрать его нельзя, к сожалению. А так бы я подарил своему другу, Келвину. Здесь прохода нет никакого. Ну, пока только кровавые лепешки и все. Так, единственная дверь. Где мутанты? Где туземцы? Там никого нету даже. Так, здесь у нас две двери уже. Ну, пойдем сюда. Так, дверь не открывается. Если дверь открыта, значит, можно пройти. И здесь все. Какой необычный пол-то. Тут у нас есть теплая кроватка. Слушай, мне кажется, это детская. Ты смотри, реально, цвет какой. Это детская. Видишь, босоножки. Как раз балерина. О, кстати, кстати. Это, кажется, ее комната. Камин, это телевизор. Похоже на камин, так знаешь, в углу стоит. И тут, знаешь, что-то происходит с текстуркой, видишь как. Кстати, да, точно, это у нас детская комната. Тут можно переночевать, поспать. Здесь у нас ничего нету. Так, у нас осталось только в ту сторону идти. Есть не хочет, пить не хочет, но, в принципе, можно, знаешь, захрумкать мясо. У нас мясо пожарено. Вот как захрумкаем напоследок, как говорится. Так, батарейки нормально. Много крови. Тут у нас ничего нету. Кровища много. Что-то полезное, может, валяется. Какая-нибудь одежда для Келвина. Много всяких книг, которые не берутся.
Кровища много. Здесь тупик. Так, здесь всего лишь одна дверь. Движемся дальше. Движемся аккуратненько. О, какое помещение. Так, дверь не открывается. Большое помещение. Трупов нету. Есть какие-то книги. Книги мы заберем. Кстати, прям, знаешь, из первого Фореста. Самолет. Ну-ка, покажи еще переднюю часть. Ух, вот это да. Ты смотри, какой телек, а. Какое качество. А, это проектор. Так, трупов нету. Мутантов нету. Как-то, знаешь, подозрительно. Так, здесь есть барная стойка. Снова плюшки какие-то. А где припасы? Ух! Это припасы. Интересно, кто его повешал? Или он сам повесился? Что у нас тут есть? Много таблеток можно, конечно, закидать. О, друзья, дробовичок, кстати. Кто не брал, кто не откапывал, можно тут и забрать. Такси 4 мы забираем. Так, забираем все, что тут есть. Бабки, бабки. Алкоголь не влазит. Давай-ка другой музон. И пока что только сюда нам нужно держать путь. Смотрим, смотрим. Одежда. Ткани. Ткань нам хватает. Вот это да. Вот тут я, конечно, переночевал бы. Смотри, как обалденно, да? Какой день выживания у нас, кстати, уже? 10-й день выживания, 3 часа ночи. Мы гуляем. Мы гуляем, выживаем. Давай-ка фонарик. Здесь у нас ничего нету. Ну, как ты знаешь, подозрительно, что нет мутантов. Бильярд есть. А вот тоже нету никакого, знаешь. Ну, дробовик, в принципе, нашли. Кстати, патрики на него нам не влезли. Так, а это тупик, что ли? Погоди. Это получается тупик. А куда нам дальше? Секундочку. Ну, там не было поворота никакого. Какой-то тупик, что ли? Ну, погоди, есть проход какой-то. Ух, тут есть проход! Обалдеть. О, слушай, а так и не видно, что есть проход. Из этой дымки какой-то. Вот это да. Так, здесь нужна какая-то ключ-карта. Да, ту самую броню, которую подобрали мы, золотую. Здесь, походу, она нужна. Раз мы ее одели. Ну, фонарик давай. Фонарик, топорик. Видишь, как хорошо я зашел в тот бункер. Ух, ненавижу я пещеры. В этом форесте пещеры, знаешь, слишком узкие. Ну, пока движемся. Аккуратненько, медленно. Но у нас есть много разных добра. Кстати, броник у нас... О, там что такое? Броник у нас... Золотая броня! Насколько... Слушай, она не выдерживает. О, погоди, погоди, это демоны. Это демоны, и мне нужен крест. Мне реально нужен крест. Сейчас проверим как раз. Где они? Как раз в правой руке. Сзади, спереди, где он? Я слышу только его топот. Слушай, это лава, что ли? Я не вижу, куда он делся-то. Сверху, снизу. Пошли поверху. Вот есть проход. Куда он делся? Вот он! Во-во-во-во! О чем я и говорил. Они должны загораться. Да-да-да. Эту прыжку я, в принципе, мне писали в комментарии. Ну, а когда ты сдохнешь? Он загорается, но не сдыхает. Но он не подходит ближе. Нет, с ними сражаться, это, конечно... Да сдохни ты. Все-все-все-все, сдох, что ли? Можно забрать броник, наверное. Да, можно забрать броник. Вот это нормально. Так, пока что никого нету. Вот с крестом здесь можно повыживать. Ну, понимаешь, мы находимся в подземелье, и здесь, понятно, демон. Это, конечно, все мифология. Там какой-то спуск. Лава. Жуть какая. Главное не упасть вниз. Смотри, какие большие пещеры разработчики сделали. А что в конце будет? Вот в чем вопрос. Ну, мутантов нет, смотри, всякий, знаешь, мутантов нет. О, вот это обрыв. Ты смотри, какой обрыв-то.
Здесь аккуратненько нужно проходить, конечно, чтобы не упасть. Чтобы, знаешь, еще не пропустить поворот. А то, возможно, два поворота будет. И не заблудиться. Вот о чем я и говорю. Слишком узкие проходы, и невозможно пробежать где-то. Так, а тут нужно прыгать, что ли? Там какой-то череп, что ли? Или мне кажется? Ну, давай пробовать прыгать. А мне точно туда? Нет, там кто-то стоит, походу. Черт, не вижу из-за дымки. А, сейчас мы увидим. Сейчас увидим. У нас есть плюшки. Там, мне кажется, кто-то стоит. Либо он повешенный, либо что. Но я не буду. Нет, он, кажется, мертвый. Да, он мертв. Там еще парочку трупов. Я испугался трупов. Потому что приходится прыгать еще и прямо на них. Ребята. Да, тут высоко будет. Прыгать. Ну, да-да-да. Как раз против тебя. Ребят тут повешали. С ума сойти. Ну, там страшно было, потому что там дымка такая была. Кости, кости. Главное, знаешь, чтобы они не ожили. О, батарейки кончаются. Нужно менять батарейки. Батареек много, кстати. Он мало носит батареек с собой. Кажется, 10 штук и все. То есть, сколько я собирал батареек, больше не вылазило. Броник вроде бы одетый, но, видишь, жизни... Ух. Демоны. Вижу демонов. Ну, крест нам в помощь, там два демона аж. Два броника будет, кстати. Можно просто пробежаться и все. Бежим. Вот так крестом. Главное, прыгнуть нужно, наверное. Не хочу рисковать. Сзади, наверное, демоны эти. Вот так. Нормально. Где проход? Куда проход? Тут необычно. Нет, это демоны тоже. Вот какой-то вроде проход есть. Уходим сюда. Я там не осмотрел, правда. Здесь они уже не пройдут. Жуть какая. Какая жуть. Куда? Вниз? Пока бегу, без оглядки, как говорится. Путь реально в один конец. Обратно идти уже не вариант. Там мы спрыгнули уже. О, все ниже и ниже. Ты смотри, сколько лавы. Обалдеть. Демоны сзади где-то бегут. Да еще, возможно, и спереди есть. Тут аккуратненько спуститься. Здесь придется прыгать, походу, прям с этого. Нет. Не рискую сейчас. Вот здесь перепрыгнуть. О, вот это да. Как я тут пройду? И куда идти? Сколько демонов здесь будет? Во-во-во-во-во! Кто меня там плюхнул? Гори. Пока он сзади горит, мы идем вперед. Где тут прыгать? Сзади снова. Снова демоны! Ты смотри, сколько их! Спокойно, ребята. О, ты смотри, трое. Ай, все-таки наступил. Давай сюда. Вроде нам сюда. Понимаешь, вижу. Они сзади. Крестом их в одно место. Спокойно. Черепа, трупы. А здесь, возможно, уже не пройдут. Но там их трое было. Там три броника было. Ну, слишком долго они умирают. Ну, если не использовать крест, то слишком тяжко будет. Конечно, можно с помощью дробовика их раскидать. Фонарик уже желтый горит. Я надеюсь, иду правильным путем, потому что не было времени смотреть другие места. Ух, что тут такое? Тут там еще лава. Так, нам нужно куда? В ту сторону мы не пройдем. Здесь что-то есть, какие-то записки. Мы заберем это дело, потому что здесь мы уже... Крест. Да убери ты эту. Мне нужен крест. Потому что... Это единственное оружие здесь. А не фонарик, крест, давай-ка. Так, ребята отдыхали. Записки мы забрали. Кстати, видишь, что-то это было. Пока у нас, пока сюда идет путь. Пока идем, пока вперед. Что нас ждет? Финальный босс. Во-во-во-во-во-во. Видишь, как я сработал? Я даже не видел его. Ух, почаще надо так, крестом. Давай. Видишь, загорается прям. Иди отсюда. О, тут еще один вылез. Откуда вы, ребята? Мне нужно разобраться, куда мне идти. Ух, тут обрыв. Тут здоровый обрыв. Тут еще демоны.
Вниз, что ли? Да нет, вниз точно, наверное. Пока я заблудился. Пока ребята тут меня еще прессуют. Вот-вот, есть проход. Какой-то есть проход, вот трупы висят. Ух, слишком много демонов. Кстати, мне нужны таблетки. Потому что броник... Ну, пускай золотая бронь одета. Не будем одевать броник. Возможно, еще пригодится этот костюм. Видишь, какой у нас. А, возможно, от радиации, кстати. Этот костюм сзади, что ли? Сзади идут. Иди отсюда. Ну, пока он загорится, я уйду. Так, идем дальше. Идем, бежим, кого идем. Уже нужно бежать просто. Почаще это крестом махать надо. Налево и направо. Потому что они где-то прыгают сверху. Сзади вроде не вижу. Ну пока сюда путь. Во-во-во-во-во. Да-да. Очень страшно. Дыхалки нету. Мясо есть. Есть мясо. О, какая река. Здесь еще нужно прыгать и прыгать. Здесь можем перепрыгнуть. Так, не нужно останавливаться. Обалдеть. Ты смотри. Куда нас сюда дело приведет, без понятия. Я даже, знаешь, не могу понять. Но обратный путь нам точно не факт. Воу-воу-воу-воу, да он сзади же идет меня, вон. Так, пока он один, уходим. Прибегают и другие сразу же. Так, я надеюсь, я на той стороне. Видишь, что еще бегает. Ну-ну, не сработал почему-то. Не заметил крест. Там еще спереди. Слушай, какое большое пространство. Главное, знаешь, ничего не упустить. Никаких записок. Они загораются, они позади меня. Крест работает только спереди или сзади тоже. О-о-о-о-о-о-о. Спокойно. Реально, крест нужен. Это я где забирал акваванг? А здесь как я пройду? Погоди. А, здесь камни? Здесь камни есть? По камням. О. Ух. Не по той стороне я шел, видишь, как. Какой-то проход. Жуть какая. Жуть большая и страшная, друзья. Когда их много, довольно неприятно. Когда один, еще нормально. Так, какой-то проход, еще одна дверь. Ух, слушай, ну пока одни демоны. Тут меня уже кто-то ждет. И что-то происходит. Обратный отчет. Тут целый город. О, Келвин, здорово! Рад тебя видеть. Целый город. Обалдеть. Погоди, словно наш на другой планете. Мне кажется, это Форест-стрит. Нас всех полмачек по-черному. Да, я говорю, нас колбасит. Ничего себе. Все пропало. Погоди, Келвин. А где наш друг? Третий. Здрасте. Какая здоровая кишка. И, походу, друзья, это финал. Но я ничего не сделал, кстати. И, кажется, нам остается выбор.
Да-да, кстати. У нас есть выбор. Либо улететь, либо остаться. Видишь как? То есть он бросил свою сумку. Мы находимся на пляже. Ребята, я не сделал еще выживание 100 дней. При максимальной сложности без смертей я остаюсь. Я забираю сумку, я остаюсь. Ребят, летите, я проживу 100 дней, а возможно и больше. Уже на стримчике. Ребята улетают. 10-й день, утро. При такой музыке мы наблюдаем картину, как они улетают. Печально, конечно, но нас ждет много стримов, много выживания, построек. И все на стримчике, друзья. Пробежали мурашки, конечно, печально, но что поделаешь. Мы идем туда. Увидимся. До новых встреч.